Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, в прошлой серии мы наловили себе покемонов, наконец-то, в глиняном биоме. Еще раз благодарность тем, кто сказал, где он находится. Вон он, в принципе, находится вот тут. Далеко, можно сказать, от нашего дома. То есть, мы бы летали еще очень далеко. А второй вообще вот тут. Но, реально, благодарю тем, кто... Кто сказал, кто не поленился, кто поискал биом и помог его найти. И зато мы уже словили нормальное такое количество покемонов, да? Сейчас мы словили всех покемонов в море, то есть водных. Мы словили всех покемонов в... Где мы еще их словили? Мы словили всех покемонов в глиняном биоме. Сейчас осталось джунгли. О, мастербол, отлично. Нет, не всех мы словили, вру. У нас лунатона нету. А как мне сказали, лунатон спавнится в глиняном биоме ночью. Поэтому как раз ночь. Давайте пойдемте проверим, ребят, как он пишется, чтобы точно знать. Лунатон. Лунатон. Написал лунатон. Вот так. Какой там... ТП... нет, 10 тысяч, допустим, и вот так. Да, отлично. Ну что, ребята, сейчас мы поищем его. Если его тут не будет, то я даже не знаю. Правильно, да, лунатон. Сейчас. Да, ну, давайте поищем. Написали, что он спавнится в глиняном биоме ночью, но что-то мне кажется, что он спавнится не в глиняном биоме, а в... В этом, как его? В этом... Ну, как это называется? Ну, забыл. В обычных горах, то есть в Extreme Hills, он там спавнится. Я думаю, сейчас мы, ребята, туда пойдем и проверим, спавнится ли он там, или нет. Так, потому что тут я не вижу, или он действительно тут спавнится на очень маленький шанс, или он спавнится просто-напросто в зимнем, не в зимнем, а в Extreme Hills. Сейчас мы, ребята, пойдем и там тоже проверим. А нет, действительно, он вот тут спавнится. Так, Покехилл, вылечим, ребята, наших покемонов и побежим, словим последнего покемона, который спавнится... в глиняном биоме, которого у нас еще нету. Сейчас где-то он тут. Ну ты зараза. Во. О, отлично. Больше я не знаю. Давайте даскболом, в принципе, как раз ночью. Ночью, по идее, они и так должны нормально ловиться. Ну ладно, давайте еще раз. Левелболом нет большого смысла, мне так кажется. Лунатон же 31 уровень, а наш там где-то 40. Отлично, мы его словили. Вот, ребята, у нас еще и лунатон есть. Замечательно. И все. Все, идем домой. Так. И идем сейчас, ребята, спать. Но сначала давайте выложим все в сундуки, то, что у нас есть. Чтобы у нас не валялось тут. Что мы сюда можем поставить? Вот это, это. Больше ничего. Сюда. Левел. Нужно левелбол, ребята, купить. А то у нас его уже и нету. Сюда вот это. Есть ли у нас что-то вот тут, что мы можем выложить? Ну, алмазики, вот это все. 51 глоустон. Это, как я уже говорил, ребята, позже надо будет сбегать в ад. Еще за глоустоном, да. Ну что, ребята. Идем в джунгли. Только я сейчас посмотрю. 19, 3, 12. И 2. Я не знаю, хватит. А давайте-ка мы не в джунгли. Хотя я не знаю, сейчас не ночь же, только утро наступило, поэтому в лес нету смысла идти, в зимний биом нету смысла идти. Давайте пойдем в джунгли. Какой тут? Допустим, 1800, 2100.
Нужно запомнить. 1800-2100. Пока побежали, убьем вот этого покемона-босса. И потопаем, ребята, в джунгли. Сейчас мы немного посидим в джунглях, половим... Да ну нафиг. А чё там Лунатон делает? Днем. В равнине. Лунатон. Я как-то ни разу не видел, но... Вот он заспавнился и тут. Фиг его знает. Так, а ты где, мелкое? Ух. Снайпер. Опа. Нифига себе, еще и попали. Так, отлично. Ух. И это давайте вот сюда. 1800, там 75, 2100. Как раз нормально. Отлично. Побежали, 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 побежали. Кто тут есть, кого у нас нету? Да, в принципе, дофига кого. Эмолга есть, я помню, мы ловили. Еще одна эмолга. Сайтер, 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 сайтер. Нету? Ну, я помню, что мы его 100% ловили. Ну, может, ловили, но может, не словили. Ну, ладно. Давайте тогда сейчас ловим. Я помню, мы его ловили. Но, как видите, я помню, но такого не было. Ладно. Но зато сейчас ловили, и много ультраболов мы на него не потратили. Что, в принципе, офигенно. Так. Давайте дальше. Кто тут может быть? Виппинбелл у нас есть, если что. Или он уже не тут? Манки, точно. Но это не манки, это праймейп. Ну, давайте его тогда убьем. Он такой более-менее нормальный уровень. Тогда и, ребята, ищем Септил. Тогда, ребята, ищем манки. И кого у нас еще нету? Опять праймейп. У нас Винон... Нет, не Винона. Танжелы у нас нету, точно. Арон. Ну, ладно, тогда туда нету смысла идти. Кого? Ча, то, ча, где, где? Вот тут. Где? Да... Вы что, прикалываете, что ли? А, они в бою, я думаю. Чё они там кудахтаются друг с другом? Ну? И все выше, и выше. И все выше, и выше. Нет, чтобы тут посидеть, спокойно побиться. Или разойтись мирно. Нет, они будут летать. Ладно, пока посмотрим. Дуктрио, Эмолга, Виппинбелл есть. Одиш, Беллспрут. Ладно, смотрим. Вот тебя у нас 100% нету. Че тот? Да успокойтесь вы уже. Или убейте уже кто-то кого-то, потому что уже запарили. Эх, да я знаю, что мы можем другого найти, но если тут уже кто-то есть, поэтому какой смысл тогда идти искать другого? Все, добились? Че тут у нас нету? Ну, давайте тогда словим. Ладно. Тогда левел болом. Попробуем. 45-й против 17-го. Давай. Нет. Ну, давайте тогда еще левел болом. Просто я даже не знаю, чем его ударить. Рулет его убьет с одного удара. Даже тот же рулет его убьет. Ладно, не ловишься. Давайте тогда ультраболом. Ну чатотик, ну чатототик, ну пожалуйста, ну миленький, ну не будь паскудой. Ну я знаю, ты же добрый, ну залезь, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста, еще раз. Не будь тварюгой, как Метанг, пожалуйста. Мастербол на тебе 1000000% не буду использовать, поэтому не будь тварюгой. А залезь ультрабол. Ну или в левелбол. Но видите, как эта паскуда никак не хочет залазить, потому что 17 уровни, они все твари. Я не знаю, Металлик тоже был 17 уровнем, но он никак не залез.
Этот Чатот тоже 17 уровень, и он тоже никак не хочет залазить. Поэтому иди нафиг. Тут еще куча Чатотов, поэтому... Поэтому иди ты нафиг, паскуда, а не Чатот. Вот ты... О, еще Мью, ты тоже 17 уровень, поэтому иди нафиг, 17 уровень, не твари. Извиняюсь, ребята, но я действительно заметил... Смотрите, 17 уровень, давайте попробуем. Если это будет так, то я просто с ума сойду. Если все 17 уровней не будут ловиться. Там куча щатотов, я вижу, поэтому нужно сейчас будет попробовать. Если этот 17 уровень не словится как минимум с 3 ультраболов, идите вы нафиг. А, не, ну вот этот не засранец хотя бы. Да, чё ты... Давайте тогда идем посмотрим, что за Мью. Мью нам не нужна, я извиняюсь, но не нужна, потому что она уже у нас есть. Но возле тебя чатотишка, поэтому можно проведать тебя. Здрасте, Мью. Было бы ты шайни, я бы тебя словил сразу же. Но ты как не шайни, поэтому словим мы Анжелу. Анжелка! Ну что, Анжелка? Залазь-ка ты в ультрабол, Анжела. Не будь тварюгой тоже. Мы так на вас все наши ультраболы раскакаем, как я заметил. Нужно каких-то покемонов, которые усыпляют или конфузят. У нас даже сейчас таких нету. Что, в принципе, нужно. А вот такие заразы, тут ничего нету. Давайте еще один, иди ты нафиг, если не словишься. Ну, не будь, ну... Иди в пень. Так. Чатот. 25-й. Я не знаю, ну давайте. Нет, наш рулет уже просто монстр. Он не рискованный, он не оставляет шансов противнику. Видите, он сразу же убивает, поэтому он сразу такой говорит: ты чё вздумал меня использовать, чтобы добивать покемона? Какие добивать? Я их сразу убью, да? Вот, еще один. 28-й. Рулет, не будь тварюгой, пожалуйста. Вот ты... Я говорю, этот рулет вообще... так, кого нам нужно в первую очередь, остальных можно потом. Танжелу и Чатота. Чтобы просто их не забыть, что нам их нужно 100% словить. Которых у нас, в принципе, еще нету. Это нужно запомнить. Так, остальных мы можем и потом словить. Самое главное вот сейчас вот этих. Вот, еще один заспамился. Белспрут, ты нам не нужен. Еще один. Вот. Вот. Это кто? Это Псайдак. Я даже не знаю, ребята, мы все ультраболы расфигачили на таких покемонов, Чатота и Танжелу, и то их даже не словили. Но я даже не знаю, кем бы тебя ударить. О, ты не ударил? Рулет не хочет, он сразу убивает. Вот зараза. Это капут просто. Ты нам не нужен, Белспрут. Ладно. Ты нам не нужен, поэтому извиняюсь. А вот Чатот и вот эти... Ну, 40-е уровни то легче ловятся, чем там вот эти 10-е и 15-е уровни с минимум жизней, которые вообще никак не хочут ловиться. Ядма у нас есть? Я помню. О, яички. А яичек у нас, я не в курсе. Вроде нету. Я уверен на 80%, что их у нас нет. Ладно, ошибся. Я помню, мы их ловили, но я не помнил, словили ли мы их. Вот так же, как с Айтером, да? Я помнил, что мы его ловили, но мы его не словили. Так же, как я помню, что мы словили... что мы не словили яички, но оказалось, мы их словили. Так, покушать не нужно. Потопали. Вот сейчас они, я не знаю, будут ли они сейчас спавниться, потому что сейчас ночь. Хотя как раз ночью даскболы пригодятся. Но
тоже может быть, что просто-напросто они ночью не спавнятся, так как ночью, да, другие покемоны могут спавниться. Тот же, я не знаю, Пинсер, но сейчас он заспавнился, я не знаю. О! Давай. Ну еще раз, не убей. Отлично. Ну давайте один ультрабол попробуем. Ну словись. Пинсерушка. Пинсерушка. Отлично, словили. Ну, что-то походу нет. Он только днем спавнится, мне так кажется. Куда бы нам пойти? Да, можно туда пойти попробовать. Так. Это кто? Одиш нам не нужен. А кто там еще был? Чатот и Танжела, да? Анжела. Анжела. Во. Сейчас мы Анжелку поищем. Но походу она тоже днем только спавнится. А чтобы словить Анжелу и Чатота днем, нам нужны как минимум еще хотя бы 30 ультраболов. Потому что вот эти две паскуды. Ну ладно, не паскуды, давайте. Ну, сволочи, да? Пускай так будут. Никак не хотят ловиться. Нет, ты нам не нужен. Нам нужна Анжела. Это кто? Только не Ди. О, отлично. Поехали сюда, точнее, побежали. Где? О, вот тебя еще тоже нам нужно. Вирлипед. Тебя у нас тоже еще нету. Ну, давайте уже ферролигатором его добьем. Пофиг. Ух ты. Вот тут куча так алмазиков, можно сказать. Тебя тоже у нас еще нету. Ферролипед. Что за хрень? Нет, как там? Покеспаун. Ве. Нет, не. Ви. Нет. А как он там? Вирлипед. Во. Нет. Випинбел, Визинг, Вимсикот. Винаут. Вирлипед. Во. Хир или Хирлип. Так. Во! Отлично. Ну, давайте хотя бы тебя ночью словим, что уж. А, нет, давайте... Вы не... Тебя лучше. Зачем мы будем... лучше тебя мы словим. Точно. Вы не пэт. Ты нам не нужен. А не... Верили пэт. Но... Эти, конечно, словятся, что им ночью в Duskball словится, да? Анжела, может ты? Анжелы нету. Чат тот. И тебя тоже, зараза, нету. Ну, смотрите, ребята, мы словили Манки. Мы словили Пинсера. Мы словили Виннипеда. Нам еще остался... Эмолга у нас есть, как бы она уже была. Ну, нам остался Чатот и Анжела, но их еще нужно поискать и как-то словить днем. Потому что ночью они не спавнятся, зараза. Так. Ну, а днем они не ловятся, сволочи, да? Ой, ой, нет, не нужно купать. Да, что ты... Да, ты прикалываешься, что ли? Я же прыгаю сюда, почему оно... Так. Ну, Дроузи, ты нам не нужен. Давайте, ребята, идем домой. Поспим. И пойдем искать Анжелу. И Чатота. После джунглей я не знаю, ребята, куда нам нужно пойти. Может, ну, в горы. В горах у нас, по идее, уже все есть. Я так думаю. А, еще мы и Сайтера словили, точно. Еще и сайты расловили в этой серии. Так. Тогда кто там? Чатот, да. Давайте, ребята, его поищем. Сколько у нас? 7 вот этих ультраболов. Не очень много, но
Можно попробовать. Словится ли он, зараза? Потому что только что днем он никак не хотел ловиться. Да не ты, не ты. Не ты. Так. Ну, давай, вылезай наружу. Че тот? Да вы что, прикалываете, что ли? Сейчас все по очереди будут так нападать. Так, ну таких можно. 30-х уровней. Отлично. Че тутушка или Анжела? Да... Во! О, еще там. Куча Анжел. Эмолга. Ну, ты нам не нужна. Ты нам не нужна, поэтому, ребята, ловим Анжелку. И потом, как вы знаете, за чатотом. Но его еще реально нужно найти. Ну что, Анжела, не будь сейчас тварюгой. Мы тебя хотя нет, давай ультраболом. Залезь, ну пожалуйста, ну залезь. Ну Анжелочка, ну Анжелочка, ну миленькая, ну Анжелка, ну пожалуйста. О, вот как с ней нужно разговаривать. Сейчас чатотом. С чатотом я еще, ребята, тактику не понял, как с ним разговаривать. О, вот он. Я его просил, он не хотел залазить. Поэтому нужно или силу... Силу нет, потому что мы его убьем сразу же. Сила не подойдет. 9 уровень. Как тогда с ним разбираться, ребята? Слышь, мужик, сига есть? А если найду, так что подумай, что тебе делать, а? 3 секунды. Ну ладно, 10 секунд. 9, 8, 7, 6. Тоже не подходит. Я тогда даже, ребята, не знаю. Чё, бродяга, где сидел? На какой тюрьме? То есть в какой тюрьме? На зоне, да, ну я понял. Бродяга. Нет, тоже не подойдет. Я тогда не знаю, ребята, как с ним разговаривать. Вот ты че тот мудачина полная. Ты вообще какой-то не человек. Нет, я тогда не знаю, как с ним только силу применять для этой паскуды. Мы на него потратили 20 ультраболов, он никак не залазит. Ладно, мы тебя очень любим, че тот. Прям очень, даже ловбол в тебя кидаем. Ну, пожалуйста. Ну ты прям миленький такой, че тотишка. Иди ты нахрен, че тот. Мудачина ты. Я уже заборелся, ну 9 уровень, ну такой пень наглый, что вообще никак. Даже вообще никак не хочет. Мы к нему и так. А он нет, он выпендривается тут. Тогда я уже даже не знаю, как вот с такими сволочами разговаривать. Ну, тут еще два. Вот. Это кто? Свап. Нет, ты нам не нужна. Че тот? Ну. Ну подумай, ну нужно тебе тут сидеть в джунглях, ну зачем, ну просто сообрази немного, ну зачем, ну если ты можешь пойти в ультрабол, такой тепленький, там тебе будет тепло, уютно, ты не будешь тут выяснять отношения снаружи с другими чатотами. 28-й, 23-й, ты прям очень такой, ну тепленько тебе там будет, мы тебе приютим, будем тебе кормить. Какашки за тобой собирать, когда будешь там в углах где-то какать. Ну, пожалуйста, последний ультрабол. Ну подумай. Иди нахрен. Все. А знаете, что мы сделаем? С такими мудаками только единственным способом нужно. Я уже запарился. Ребята, 30 конченых ультраболов. Ладно, не конченых, это я уже так, образно. Мы потратили на чатота 20-го, 9-го, 17-го, 10-го, 15-го уровня. Никак. Вот с такими сволочами вообще даже общий язык нельзя найти. Поэтому иди ты в мастербол. А мы себе потом еще купим за 5 алмазов. Так. Больше Тропиус есть, Псайдак есть, Шайни у нас Псайдак есть. Ребята, напишите, кого еще у нас не хватает джунглей, но, как мне кажется, у нас все уже есть. Больше я, если... Да ну нафиг, еще одна Мью. Ладно, сейчас проверим.
А вот сейчас я говорю, сейчас просто их куча спавнится. Я не знаю как. Раньше они спавнились, а вот сейчас... Ну, такими кучами. То есть за эту серию 2 мью заспавнились. И это, ребята, шайни. Хотите видеть? Ну, смотрите, это шайни. Ну, 100%. Ну, прям убедитесь. Смотрите, шайни. Сейчас мы близенько так подойдем. Это шайни. Нет? Ну, ладно. А я надеялся. Тогда не нужна ты нам. Не нужна. Поэтому, знаете, куда мы идем? Идем мы вот сюда. Минус 1570, минус 1570, 75, минус 850. Во. Sunflower Plains. И сейчас, ребята, Райкваза придет. Хотите видеть? Ну, сейчас, минуты две, и она 100% придет. Она в такое время всегда гулять выходит. Сейчас увидите. Да это просто нужно подождать немного. Пока мы пропидаша запинаем. Нет, не запинаем. Ладно, тогда фералигатором мы тебе убьем. Кто там у нас? Диглет. Кто же еще? Кто же еще? А где тут еще Sunflower Plains? Где? Я вообще туда ты пахнулся? Чё-то не очень мне так кажется. Ну, ща разберемся. Ну, там я видел, да, то есть сзади были вот эти подсолнухи. Я где-то находил большую поляну, там, где прям их куча, большущая куча. Но я не помню где. Не тут ли случайно? Вряд ли. Не. Не тут. Ща, ребята, дайте я еще раз посмотрю. Это здесь вот так было, вот возле океана, где-то вот так. Не уверен, что тут, скорее всего, нет. Может, нет, тут тоже, думаю, что нет. Тогда где? Тогда где? Я опять потерял вот это место. Я опять потерял то место, где куча вот этих. Но тут есть, да, вот, Sunflower Plains. Тут есть. Значит, я не в ту сторону побежал, а нам... Хотя, нет. Ну, вот тут есть. То есть, тут более-менее таких нормально. Поэтому, я не знаю, тут выжидать Райквазу. Если она, конечно, вот тут спавнится. Ну, как мне написали, я тут и гуляю, то есть... Может и тут, может в обычных равнинах, фиг его знает. А может вообще не спавнится. Это же Райкваза. Ща, ну я не помню, где вот то место. Наверное, вот тут все-таки. Ща, давайте еще туда пробежимся. Нет, вот тут. А вот там уже нету, да? Там уже обычный, да, Plains. Тут уже нету. Так, ну, ладно. Поэтому... Не. Я не помню, где... Офигеть. Я опять забыл, где вот то место было. Был. Но опять почему-то... Не опять, а почему тут глючить вообще начало? Нифига себе. Воу, ты чё-то как-то не очень. Так, я не помню. Почему глючить начало? А если мы отсюда уйдем? А тут не глючит. Ну ладно. Ребята, там я вижу покемоны-боссы, но давайте уже на этом закончим. Действительно, уже на этом закончим. В принципе, словили мы такое нормальное количество покемонов. Ставьте лайки, не забываем, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.